Меня зовут Романов Николай, я занимаюсь преподавательской деятельностью, и когда есть возможность, позволяет время, финансы, участвую в аукционах по банкротству. Знакомство с торгами произошло после обучения, после покупки обучения у Олега Селифанова. Сейчас кризисное время, много банкротств, много имущества выставляется на торги. Как узнал про обучение? Искал в интернете, по рекламе перешел на ссылку на Академию Олега Селифанова, поучаствовал в его вебинарах, посмотрел, то есть, как подается информация, ну и решил купить обучение. После просмотра видеоуроков начал искать лоты, и первый лот мне попался буквально через неделю, подготовил заявку, подал заявку, начал участвовать и в итоге выиграл. Первый лот мой был, это «Газель» 2707 автофургон. Купил я его за 130 тысяч рублей. Я сдаю вот сейчас «Газель» в аренду. Сейчас она приносит каждый месяц 30 тысяч рублей пассивного дохода. И, в принципе, как бы это неплохое подспорье как раз к зарплате. Недавно купил уже себе второй лот. Это Hyundai Starex, также автофургон. Ну и я также по данной схеме планирую сдавать его в аренду. Купил его ниже рыночной цены за 221 тысячу. Ну, рыночная цена сейчас на данные автомобили где-то идут 400-450 тысяч рублей. Что удивительно, других заявок на данный лот не было. Ну и ожидаемую прибыль от этого лота как минимум 100%, то есть 1200 можно как бы заработать на этом. Что касается обучение в академии, то есть все очень просто, ясно излагается Олегом. Очень нравится, что нету никакой воды. Все четко по делу. Все это мне очень понравилось. Ну, все выглядит как инструкция к применению. То есть все очень сжато, все очень кратко. И в принципе для обучения достаточно выделять час-полтора часа на видеоурок в день. То есть и как бы за 5-6 дней просмотреть все видеоуроки, то есть и получить уже как бы подробные инструкции к действиям. Советую верить в себя, меньше сомнений. Мне много пишут после моего отзыва, что как проходит обучение, то есть вместо того, чтобы как бы терзаться сомнениями, лучше как бы попробовать, то есть пройти обучение, то есть и в принципе, если у вас есть мотивация, в принципе, если есть у вас какая-то цель, то как раз с помощью вот торгов по банкротству вы можете ее осуществить.